Всем привет! Сегодня уже четвертая часть игры Troll Face Quest. И как всегда начинаем. Опять какая-то заставочка непонятная. Типа нас кто-то затроллил, да? Нам нужен свет. Ну-ка, стоп. Так, ладно. Опа, чё это? Так. Ага. Ну, это было как-то немного странно. Так, о. Ну-ка. И это уже другое дело. Нас уже просто так не затроллишь. Ну почти просто так. Да блин. Почему не отличается? Так, ладно. Опа, чё это? Это чё? Ну как тебя убрать-то? А-а-а. Погоди, ну-ка убирайся. Чё, сгорел тупой снеговик на солнце? Вот этот пацан. Нам втащили просто. Так, ладно. Это я как сел. Это он типа так очканул до нас. Так, ладно. Ой, кто это был? Надо было, наверное, его поймать. Блин, его не просто поймать. Я чё-то ничего не понял, конечно. Странный уровень был. Ага. Так, может, с горочкой надо сделать? Не, ничего. Значит, наверное, с этим надо чуваком что сделать. Так, что-то не догоню. А-а-а. Надо было, типа, провести, чтобы он вернул. Это было, конечно, да. Тут что, типа... прыгнуть. Так. World рекорд, мировой рекорд, да? Нам надо типа как-то сдвинуть, чтобы мы побили этот мировой рекорд. А как нам сдвинуть? А, он что-то не сдвигается. Блин, ну что-то... Нет, что-то непонятно, погоди. Так, ну это мы на тебя нажмем, да? Так, тут у нас... ничего нет. Да. Зачем ты, дурак, 13 номер нацепил? Это же несчастливый. Блин, ну не знаю, это как-то тут надо что-то повернуть, наверное. Типа... что мы пододвинули, а потом прыгнули, типа так, ну, мало. И побили этот мировой рекорд. Давайте попробуем на этого чувачка. Ой, что-то можно было помножать на него. Блин, может его как-то подхватить там, я не знаю, можно. Во! А как? А что дальше? Ни хрена себе. Хорошо, что я заметил, когда он подпрыгнул, что на него можно нажать. Это прям какой-то олимпийский Troll Face. Типа нам диск кинуть? Ой, как это? А что с ним делать? Заменить? Чух, не? Так, ладно. И можно еще чем-то нажать? Так, так. Блин, а что с этим диском сделать-то? Чувак, ты может мне подскажешь, не? Чё-то я реально не пойму. Ой, чё-то...
А, нет, нифига не, нельзя было нажать. Так, ну ладно, давайте смотрим еще. Ну тут, блин, ничего не сделаешь, надо что-то с этой хренью делать. Шапка. Спрячься от солнца. Оп-оп. Блин, правда, а что делать? Вот это я сейчас вообще прям не понимаю. Ну, поставь его сюда. Так, ладно, давайте смотреть. Блин, ну ничего не знаю, не меняется, не происходит. Может, надо еще что-то сделать? Так, давайте еще тут посмотрим. Нет, тут что-то с этой хренью надо сделать. Блин, чё-то... Так, чё вообще с тарелками делают? Их кидают куда-то вверх. Кидай вверх. Блин, ну это вообще, не знаю, сложно. Слишком сложно. В общем, как и всегда в любой сложной ситуации, я нашел в нете, как пройти этот уровень. Ну, как я и предполагал, надо кинуть диск. Только я не понял, куда этот надо кидать. Допинг. Опа, кнопочка какая-то. Что это? Так, еще какая-то хрень. Сдох. Так, это нельзя, да? Ну, это можно, в принципе, попробовать. Это чё? Что за хрень? Опа, клешни. Вот что-то совсем вообще какая-то... Какой-то дьявол уже. Так, ну все, тут больше ничего. А, нет, вот есть еще одна. Грудь появилась. Так, я... А, вот еще одна есть. Хвост. Типа, я такой крутой, мощный парень, всех завалил. Тут это лысый какой-то. Пониже или повыше? Блин. Почему так делать, типа? На это нажимаешь. О. Круто. Так, а зачем их нам надо нажимать? Ты так хрень никак не подвинешь, да? Может, его опять надо как-то держать? Так, ладно, давайте еще посмотрим, что тут можно делать. Опа, кран какой. А, что это? Ни хрена себе, он вырос. Угу. Полетел. Так, ну я думаю, на него нажимать точно не надо, он просто упадет. Ага, значит, надо один раз нажать. Так. Нет, нифига. Да... Ага. Может, надо так, типа... Не? Блин, что-то, ну короче, вот это мы поняли. А, каждый раз типа. Нифига себе, ну это было, конечно, несложно. Что это за чувак? Ну-ка, гопник, пальника в него, в этого гопничка. 3, 2, 1. Это что, я типа поздно или что? Как-то не очень понятно было. Лимба. Лимба. Давай, лимба. Ага, значит, лимба нам нельзя, да?
Ну давай. Так. Лимбо. Так, что тут еще можно? Чувачков можно? Нет? Опа. Давай на лимбо, Опа, опа, опа. А, лимбо же это танец, да? Вот этот. Просто играет еще так лимбо. Да хватит башкой биться тупой своей. Я на тебя не нажимал, что-то башкой бьюсь. Опа, что это? Типа, это хрень называется козел, он типа козла сделал, да? Так, дальше. Давай, давай, чувак, я в тебя верю. Так, а что тут есть что-нибудь нажать, не? Есть что нажать, не? Ну, какая-то хрень сзади него. Ура! Да там мощь. Так, рыбина. Дельфин. Какая-то хрень. Рыба-пила или что такое. Так, чувачок, на тебя можно нажать, не? Нет, нет. Оп, стоп, стоп, стоп. Что-то было. Потонул. Тихо, еще что-то было. Потонул. Потонул. А, типа всех надо было потопить, чтобы проехать. Так, опа, тихо, что это? Тихо. А может... Вот так? Типа, чтобы он не разбился? Наверное. Так, ты так куда-нибудь вообще приедешь, не? Просто он, типа, если не нажимаешь, он так разгоняется, набирает скорость и урезается. Не, что-то он ни хрена не едет. Нажать на тебя можно, не? Опа, что-то можно. А, ну, в принципе, почти был прав, набор только не на одну, а на две. Так, на тебя можно нажать, на тебя можно. Пим-пим-пим. Так, что с вами делать-то? Может, как-то вверх ее поднять, типа? Не? Или тебя вниз опустить? Чувак, как ты мог третье место занять? Может, с тобой тут всех? А, может, раз, два, три? Три, два, один? Не? Так, ладно. Пальмовую ветвь смотрим. Так, может на циферках, опа, точно. Вот оно чё. Вот бы так в жизни, да? Просто циферки поменял. Ты чё упал? У тебя спринт, что ли, да, чувак? Насколько я помню всякие прохождения, он должен как-то побежать туда к горе. А вот как побежать, я не помню. Может, тут что-то есть, не? Опа. Вот, да, он сейчас туда побежит. А, не... а надо было, может, поджечь. Так, ну ладно, мы хотя бы уже что-то нашли. Вот. Во, побежал. Только я думал, почему-то на гору побежит. Так, кнопочка. Так. Так. Так, значит, надо еще что-то, да, сделать? Блин, я что-то вообще не догоню. Опа, во, листик. Типа только он мог потушить. Ни хрена у него ноги длинные. Почему здесь первый? А, вот первое еще место. Первый. А на остальных ничего нет. Бир. Типа сбухался совсем.
Ну, в общем, вот такая вот эстафета, олимпиада у нас была. Четвертую часть мы прошли, ждите пятую, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до встречи, всем пока.